Капитан сборной Исландии мог не приехать на матч с командой Казахстана в рамках квалификации к Евро-2016. Но дело в том, что у Арона Гунарсона несколько дней назад родился сын, и тренерский штаб был готов освободить футболиста от игры. И все же капитан решил лететь. Правда, в Казахстане он оказался позже своих товарищей, которые приехали сюда раньше для акклиматизации. И как выразился спортсмен на предматчевой пресс-конференции, он должен помочь команде в продвижении по турнирной таблице. Отмечу, что в группе А команда Исландии с 9 очками расположилась на 2-м месте, а наши футболисты с 1 баллом замыкают турнирную таблицу. Сегодня же прошла тренировка исландских футболистов на поле стадиона «Астана-Арена». Именно там завтра в 21:00 по столичному времени состоится матч со сборной Казахстана. Впереди нас ждет интересный экзамен. Нас все устраивает в плане удобств и проживания. Мы отлично поработали, у нас нет травмированных игроков, все готовы к матчу. Мы не ждем простой игры завтра, так как видели матчи вашей сборной. Удивлены, что вы с таким преимуществом в игре не смогли взять 3 очка в поединке с Латвией. Но сами мы приехали за победой.